сейчас новую форму на скамейке запасных. Роналду 4-0. Ну вот что они делают, а? Вот в стиле ЦСКА. Сегодня разыграли эту комбинацию. Роналду еще и голевая передача. Карим Бензема. Сразу, кстати, вот на этой форме видно, кто как работает. Когда Реал в белой форме, пятна пота не видны. Да, вот здесь посмотрите, как уже успел проработать свое Карим Бензема. Это его второй гол в чемпионате. Он забил один мяч в ворота Бетиса. Ну и здесь, смотрите, Бейл. Вот это замечательная троица BBC. Бейл, Криштиану и Бензема. Один из самых легких мячей Карима Бензема за мадридский Реал. И опять Сиани. И опять тяжелый, грузный защитник, от которого очень легко на своих португальских ногах, как поезд мимо нищего, пролетает.